Кто отдает приказы на бомбежку наших городов? А именно, когда, куда, какими ракетами? Спасибо, Ирина. Смотрите, ну, приказ отдает Путин. Особенно, что касается, допустим, Киева или крупных городов-миллионников, то это, я так предполагаю, что это должно быть распоряжение Верховного Главнокомандующего, то есть Путина. Путин дает задачу, ставит задачу Министерству обороны кошмарить города-миллионники. Или, допустим, вот как сейчас, наверняка отдан приказ кошмарить столицу, довести столицу до хаоса и паники. И, в принципе, если бы не наша система ПВО и ПРО, то, ну, представьте, 18 ракет летело, и они бы долетели, хотя бы половина, 9, взорвались бы в Киеве. Что бы это было? Да, как бы после там десятка таких атак, а таких атак было несколько десятков за всю войну, да, там под сотню уже, мы там тысячами часы воздушных тревог уже считаем, в Украине, в отдельных городах, ну, в Киеве, в частности. Вот. Так представьте, конечно бы, население этих городов говорило бы, да, давайте, лучше плохой мир, чем хорошая война. Вот это главный принцип. Поэтому это такой приказ отдает Путин. Что касается вот остальных этих массированных ударов, то цели распределяет Генеральный штаб. Они определяют, и приказ на нанесение массированного удара, непосредственный приказ отдает Герасимов, начальник генерального штаба. И сегодняшний он командующий группировкой войск в Украине. Вот. Так как воздушно-космические силы, это они подчиняются министру обороны, ну и начальнику, там есть административное и оперативное подчинение. Так вот, начальник генерального штаба управляет этими войсками оперативно, то есть в ходе ведения войны. Ниже его никто не может отдать командующему воздушно-космическими силами России приказ на боевое применение стратегической авиации. Так что Герасимов подписывает вот этот приказ. Цели распределяет генеральный штаб. Что касается стратегических целей, таких как, допустим, города-миллионники или столица нашего государства Киев, да, это распоряжение отдает Путин. Вот вам конкретные фамилии, кто отдает какие приказы.